Конфеты – символ кровавой революции в Украине, считают сторонники партии ЛДПР. У одного из магазинов города последователи Жириновского поливали кондитерскую продукцию компании «Рошен», принадлежащей олигарху Порошенко, томатным соком, а затем топтали конфеты. По мнению либерал-демократов, новый президент Украины деньги, полученные от реализации сладостей, тратит на вооружение украинской революции. ЛДПРовцы подготовили обращение к владельцам продуктовых магазинов с призывом не продавать кондитерские изделия «Рошен». Жители города партийцы также просят выбирать сладости отечественного производства. Доходами от своего бизнеса он порождает кровавый террор, поддерживает свою кровавую опричнину и геноцид украинского народа.